посевная площадь 4600 с небольшим гектар. Занимаемся полеводством в основном. 9 культур у нас на данный момент. Убираем лен. По технике «Ростельмаш» работает уже лет 5. Комбайн и парк у нас, сами видите, обновленный. В прошлые годы мы работали простыми подборщиками, но в этом году приобрели обновленный подборщик. Не ошиблись в выборе. Он у нас поучаствовал на всех культурах. Но новые инженерные решения, которые по этому подборщику, сделали его намного универсальнее. Полотно намного длиннее стало. Это очень позволяет брать волки сдвоенные, без потерь. То есть уже не надо по одному волку два раза проходить, он за раз все забирает. Работает что с пересушенными, что с влажными волками, то и с нормальными одинаково. Так что я здесь не могу ничего сказать, что там какие-то сложности у него. Копирует контур поля, потому что встречаются поля у нас неровные. Ну, такая у нас местность. Так что и потери после него я не нахожу. По защитным сеткам и верхнему козырьку. Плюсы, плюсы, плюсы. Про систему регулировок. Вылезать не надо комбайнеру, все это делается из кабины. Так что опять плюс. Да, если быть откровенным, то всем посоветовал бы взять хотя бы по одному, посмотреть в эксплуатации и сделать ставку на эти подборщики. Пока я лучшего подборщика еще не встречал.